Экскурсия по окраинам Старого Нижнего начинается из сердца города, с площади Горького. Отсюда уходят вглубь улицы Ильинская, где спрятаны старые деревянные дома, о которых многие не знают, по мнению организаторов марафона. Мы показываем деревянную резьбу в центре города, символьную резьбу, ту, которую наши предки делали для того, чтобы дом охранять. Ну и разбираемся, какие элементы в этой резьбе, что означают, да, чтобы люди понимали, зачем это, собственно, делалось. Ну и где-то декоративные элементы тоже посмотрим, потому что не всегда резьба именно была охранной, она была иногда... особенно к концу 19-го, начала 20 века, она была уже такой, назовем ее, украшательской. Материал для экскурсии собирали в течение полугода. Пришлось до мелочей изучить все заповедные уголки Нижнего Новгорода. Задача экскурсоводов – рассказать о домах простым языком. На первой встрече собралось около 50 жителей. Марафон арт-прогулок проводят в поддержку нового учебного курса по истории нижегородского искусства. С Нового года мы хотим расширить сообщество, потому что очень многие люди уходят, и не хочется, чтобы эксперимент заканчивался. И поэтому, пока лето не закончилось, и пока не начались наши лекции, которых мы очень ждем, появилась идея походить по городу, поизучать искусство в городе. Мы пойдем в музеи, мы будем изучать архитектуру и будем изучать разные виды искусства, то есть отдельно деревянное зодчество, отдельно стрит-арт, отдельно искусство архитектуры современной. Кстати, все экскурсии проходят в формате фритуров. Это когда по итогам встречи участники платят столько, сколько сами решат. Юрий Афров, Илья Васенин, столица Нижний.